Образцовый ансамбль классического танца «Золушка» детской школы искусств Амурского района отметил свой 40-й день рождения. В 1984 году в Амурске был создан маленький кружок танца «Золушка», а уже через 5 лет получил звание «Образцовый коллектив». В 1990 году на первом всероссийском конкурсе в Новосибирске уже ансамбль «Золушка» получил награду и одобрение от жюри в составе преподавателей и профессоров ГИТИСа. И вот сегодня во Дворце культуры образцовый ансамбль классического танца отметил свое 40-летие. Все номера ансамбля тщательно продумывают его руководители, вкладывают в них душу и сотворяют из танца сказку. На данный момент в репертуаре «Золушки» более 70 массовых и 80 сольных постановок, и их успех – это результат упорной работы и таланта участников ансамбля. На празднике присутствовало немало гостей, желающих поздравить танцевальный коллектив и его руководителей. Сегодня у нас действительно в районе большой праздник. Праздник танца, музыки и красоты. Уважаемые Галина Викторовна, разрешите вас и всю вашу творческую команду от имени главы Амурского муниципального района и от себя лично поздравить с этим замечательным юбилеем. 40 лет – это серьезная дата. 40 лет – это когда нужно говорить и гордиться теми результатами. И сегодня мы гордимся, что в Амурском муниципальном районе есть такой замечательный коллектив, который представляет Амурский район на краевых, всероссийских, международных конкурсах. Большая гордость, что вы у нас есть. Много теплых слов звучало в адрес «Золушки», а самым главным комплиментом были, конечно же, аплодисменты зрителей. Яна Бобровская, Иван Манойленко, Евгения Кириенко, телеканал «Амурск».